584-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. 584-й день нашого з вами спротиву. І це означає лише одне. Ми ще на один день ближчі до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю вас, мене звати Арсен Цимбалюк. І найближчі дві години проведемо разом у межах марафону на 24-му. День, відверто кажучи, з одного боку довгоочікуваний, з іншого боку до певної міри неочікуваний через ті події, про які зараз буде йтися. Альянс оборонних індустрій відбувся у Києві і вже заговорили про нову еру в історії українського оборонно-промислового комплексу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який нічого просто так, я нагадаю, не каже. І, в принципі, не так часто висловлюється з саме такої тематики. Чому це нова епоха українського оборонпрому і, відповідно, можливо, нова ера війни? Ну, якщо не від сьогоднішнього дня, то через сьогоднішній день в якийсь момент нова епоха таки настане. Чому, зараз поясню, але спершу від того таки Кулеби дві новини, одна з яких абсолютно анекдотична і сумна одночасно. Підходить до Кулеби президент однієї з африканських країн і напередодні саміту і питає, а якщо вам дали вже стільки багато зброї, вам же, мабуть, уже стільки не потрібно. Може, ви тепер з нами поділитесь? Ну, тобто це от просто, щоб ви розуміли контекст, яка зараз ситуація в Африці. В Африці, як сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інше розуміння потреб України. Ну, я би тут, звісно, замість слова «інше» поставив би саме у випадку з цією країною неадекватне сприйняття потреб України і взагалі того, що відбувається. Це означає, роботи у Кулеби в Африці дуже і дуже багато. Ну і з іншого боку, представники іншої країни, якої саме він не сказав, але підійшли і сказали про те, що а давайте ми розмістимо виробництво української зброї на своїй території. От просто уявіть собі цю ситуацію. Десь в Африці, наприклад, кажу просто випадкову, майже випадкову країну. Єгипет. Починає відбуватися виробництво української зброї під час російсько-української війни в Єгипті. Наприклад, в Єгипті виробляють українську зброю. Звучить дивно, але це те, що потрібно, і це те, що може дуже і дуже допомогти як під час російсько-української війни, так і після неї запобігти новим війнам. І тут, знаєте, не треба зайвий раз іронізувати, що Африка, а чому саме Африка? Та в Африці, ви знаєте, добре знають, що таке війни, на жаль, так? І також добре знають, що таке необхідність зброї. Ну, в деяких країнах, те, що ми почули трошки раніше, звісно, свідчить про те, що далеко не всюди. Тому там дуже і дуже зацікавлені. Чому, в принципі, це стало можливим? Чому на Альянс оборонних індустрій з'їхалося більше, набагато більше представників країн, ніж очікувалось до цього. Понад три десятки держав представлені на безпосередньо форумі в Києві. Ну, в мене, ви знаєте, версія така проста, не конспіративна, а виключно така капіталістично-бізнесова. Україна просто змогла нащупати той самий нерв, на який потрібно надавити. Україна запросила до Києва не представників, не лідерів, не політичних лідерів, не політичних представників різних країн саме цього разу, а запросила представників оборонних підприємств, оборонних комплексів, великих концернів оборонних. І всі, як один на цьому форумі, говорять про те, що так, ми дуже зацікавлені у тому, щоб Україна спільно з нами виробляла зброю, і дуже часто йдеться про виробництво саме на територіях цих країн. Ми багато говорили з вами і з політичними експертами передусім про, таку, знаєте, до певної міри цинічність цього світу, цинічність там десь окремих західних політиків, лідерів, десь суспільств, які просто хочуть жити своїм життям і не звертати увагу на те, що відбувається в Україні, не звертати увагу на війну. Але
ці люди, представники саме оборонних підприємств, вони зацікавлені у війні, як би це, знову ж таки, цинічно не звучало. І тому використати таку нагоду, це, мабуть, все-таки було щось із розряду геніальності. І цей геніальний план, наразі ми бачимо, що принаймні на етапі такого попереднього, дуже попереднього планування, дуже попередніх домовленостей, він спрацював. Коли запрацює на чи то повну, чи то принаймні на певну таку вже на певний конвеєр вийде цей альянс, коли можна буде говорити про те, що Україна стає такою воєнною державою або однією з навіть передових воєнних держав світу, та й чи встигне цей альянс набрати повної сили, власне, ще до того, як настане українська перемога. Зараз будемо розбиратися із військовим експертом Давидом Гендельманом з Ізраїлю, він уже на зв'язку. Давид, здравствуйте, добрий день і спасибо, що нашли время. Добрий день. Я би хотів почати наш розговор з обсуждение Альянса оборонных индустрий. Вот в Киеве сейчас собрался форум. Больше приехало представителей разных государств и разных концернов оборонных, чем даже могли себе в Киеве представить, могли напланировать. Это все происходит во время непосредственно войны. Ну, кто-кто, а Россия, наверное, была бы заинтересована в том, чтобы сорвать такое мероприятие. Ну, этого даже попыток мы, во всяком случае, не увидели. И слава богу, но самое главное, что мы увидели действительно, несмотря на такую опасность, мы увидели действительно много представителей различных стран, различных крупных концернов. Как вы считаете, как скоро, как быстро можно, в принципе, развернуть вот такое сотрудничество, как, например, общее производство оружия, в том числе и на территориях других стран? Ну и о каких объемах, в принципе, может идти речь в рамках вот Альянса оборонных индустрий? Во всем этом сотрудничестве, разумеется, несколько аспектов: политические, экономические, чисто военно-технические. Как ни странно, на ближайший период, возможно, важнее политические, экономические. Раз серьезные конторы, как, например, Rheinmetall и другие, заходят в Украину, то это может действительно больше подвинуть их собственные страны к дальнейшей поддержке Украины, потому что частично это уже будет поддержкой собственного бизнеса. Насчет экономически тоже рабочая сила и прочее, кто-то же там должен работать. То есть это было бы крайне выгодно для Украины. В чисто военно-техническом, разумеется, все зависит от конкретного вида производства и конкретных деталей. Например, если какая-то фирма планирует отверточную сборку из готовых комплектующих на территории Украины, при том, что собственно, производственное помещение и линии более-менее в Украине уже есть, и надо только несколько перепрофилировать, это при желании можно сделать за несколько месяцев. Если требуется какое-то строительство, это, разумеется, более долго. То есть здесь все очень сильно зависит от конкретики. Это может занять как несколько месяцев, так и несколько лет. Но самое главное здесь именно, что это комплексное предприятие, скажем так, в первую очередь именно, я бы еще раз подчеркнул, в политическом смысле, на техническом вряд ли можно ожидать действительно какой-то немедленной революции, но, возможно, некоторые вещи смогут запустить уже через несколько месяцев. Но в основном, как можно предположить из открытых источников, что именно планируется, это основные объемы, это займет больше времени, год, два, три, но, в принципе, если учесть, война затягивается, то и год это уже тоже, в принципе, не так уж далеко. И через год, и через два, и через три Украине все еще понадобится военное производство. Даже если к тому времени война закончится, то, несомненно, один из уроков, который Украина уже вынесла из этой войны, это что и на будущее нужно усиление военной промышленности. То есть это все приобретает главное значение не столько закрытие немедленных потребностей, сколько работа на перспективу. Перспектива в данном случае гораздо важнее, как ни странно. А вот об этой перспективе, как вы считаете, ну вот как именно такое сотрудничество могло бы повлиять на послевоенный мир? Разумеется, во многом зависит от того, как именно закончится российско-украинская война, но в общем и целом, если учесть, что один из уроков этой войны для всего мира был в том, что надежды на то, что больших войн, особенно в Европе, уже не будет, все эти надежды разрушены, все страны резко бросились
вооружаться, увеличивать военные бюджеты и прочее. Понятно, что Украина во всем этом должна быть в первых рядах, потому что война идет именно там. Если другие страны смотрят со стороны и записывают для себя уроки, то Украина выносит эти уроки, что называется, на своей шкуре. Понятно, что в любом случае нужно усиление военной промышленности, увеличение военных бюджетов, развертывание, увеличение вооруженных сил, для которых нужно гораздо больше вооружения и военной техники. То есть влияние самое простое. Всем сейчас на обозримую перспективу нужно гораздо больше вооружения и военной техники, в первую очередь Украине. И, возможно, это, создание этого альянса — это один из шагов на этом долгом пути. Ну вот при этом, при всем, война же это всегда две стороны, ну как минимум, да, две стороны. И как вот вы считаете, могла ли бы Россия и ее потенциальные союзники, хотя они утверждают, что у них союзников нет, ну так пропаганда их поет, но тем не менее, их такие вот друзья-товарищи, как Иран, КНДР, может быть, даже Китай. Могла ли бы Россия консолидировать каким-то образом силы, чтобы что-то противопоставить вот такому сотрудничеству, как то, которое сейчас разворачивает Украина? Во-первых, в отличие от Украины, Россия почти полностью полагается на свой собственный ВПК, который имеет гораздо больше возможностей. Сейчас мы за последний год уже видели его раскручивание и уже озвученные планы по дальнейшему увеличению военных расходов и военного производства. Что касается союзника, то с тем же Ираном мы видим сейчас строительство в Татарстане завода по производству шахедов. Возможно, дальнейшая кооперация с Ираном там продлится. С Северной Кореей это сложнее из-за ее технологического уровня. Возможно, в принципе, если там что-то и будет, то скорее поставки уже готовых боеприпасов, но теоретически можно и там развернуть некое совместное производство боеприпасов. Китай — это, разумеется, совершенно отдельная категория. Если бы Китай захотел реально в военной области сотрудничать с Россией, это, разумеется, был бы для России очень большой плюс. Но сейчас пока не факт, что Китай этого хочет, а все эти поставки из Китая продукции двойного назначения, что называется, это, в принципе, Китай тем и известен, что там более-менее все можно купить, и несмотря даже на все эти последние китайские ограничения на экспорт беспилотника, можно не сомневаться, что все, что более-менее двойного назначения можно купить в Китае, Россия сделает и так, но это не значит реальную военную промышленную кооперацию с Китаем, пока не похоже, чтобы Китай на это пошел. Если бы он пошел, у Китая очень большие возможности, это бы резко изменило ситуацию, но пока этого нет. С Ираном более-менее есть, но еще раз надо подчеркнуть, что в отличие Украины, у России гораздо больше возможностей раскрутить свой собственный военно-промышленный комплекс, и она это как раз непосредственно сейчас и делает. Угу. Смотрите, а если не только принимать в расчет украинские возможности, но и тех, кто уже открыто заявил и поставил, ну где-то, скажем, на конвейер военную помощь Украине, да, не собирается ее сворачивать, как, например, ключевые союзники Соединенные Штаты, опять-таки там многое сейчас зависит от выборов, но верим и надеемся, что кардинально в худшую сторону ничего не изменится. Великобритания, в которой на данный момент сомнений нет. Ну и даже от Германии у нас ожидается, дай Боже, в ближайшее время, синхронно, наверное, с соответствующим решением из Вашингтона об атакамсах, из Германии ожидается открытие уже такого последнего, или нет, в их случае предпоследнего шлюза, который перекрывал возможность давать дальнобойные ракеты Украине. Ну вот еще, в конце концов, Германия, может быть, когда-то и самолеты передаст. Если принимать в расчет ключевых союзников Украины и их возможности, и говорить о сейчас России, ну, плюс тех возможностях союзников, их союзников, да, или партнеров, будет точнее сказать, о которых вы сейчас упоминали, то, ну, на каком примерно уровне находится, скажем, производство? И какая, в принципе, динамика вот в этой войне ВПК, тех вот ВПК, скажем, которые встречаются на поле боя непосредственно в Украине сейчас? Тут проблема в том, что Россия, в принципе, все, что она делает для себя в полной мере. Западный ВПК, понятно, выделяет Украине лишь часть, потому что это не собственная война НАТО, США и прочее, они только лишь помогают Украине, поэтому всегда, когда сравнивают западный промышленный
военный потенциал и российский, то всегда надо делать оговорку, что Запад выдает Украине только небольшую часть, а не все. Ну, в принципе, мы сейчас видим в последнее время раскручивание ВПК как в Европе, так и в Соединенных Штатах, например, по плане узких мест, как те же артиллерийские боеприпасы. Ориентировочно по плану, возможно, к 2025 году выйдут на тот уровень производства, который позволит как поставлять Украине, так и заново пополнять свои собственные склады, которые уже в значительной степени опустошились, потому что передали Украине из наличия. Ну, понятно, что это еще не завтра, но раскручивание идет, опять же, из-за чего оно, возможно, на Западе идет медленнее, чем в России, по той же причине, потому что им не настолько горит. Они, разумеется, помогают Украине, но это совсем не то же самое воевать самим. Поэтому понятно, что Россия прилагает к этому больше усилий. Но так как война все больше и больше затягивается, то, как я уже сказал, даже через год это все еще, в принципе, тот порядок цифр, который, в принципе, еще актуален для войны. Поэтому даже если к 2025 году, например, по тем же снарядом выйдут на приемлемый уровень, то для Украины это уже большой плюс. Одно дело, для перспектив вообще не ясны, другое дело, если надо на более-менее ограниченном артиллерийском пайке протянуть еще год, а там уже есть надежда на то, что положение улучшится. Это, разумеется, совсем другое дело. Но насчет соревнования именно российского и западного ВПК еще раз надо подчеркнуть, что Запад дает только небольшую часть. Так, Давид, я думаю, что вы вот даже в конце сейчас так прорезюмировали здорово, что и добавить нечего. Я переключусь тогда на другую тему, которую тоже хочу обсудить. Она также касается военно-промышленных сейчас возможностей, но не столь там стратегических, да, а больше речь идет о краткосрочной перспективе. Мы на пороге зимы. Россия пытается накопить ракеты, судя по той паузе, которую сейчас взяла. Украина пытается усилить ПВО. Судя по заявлениям как украинских представителей, так и вот генсека НАТО, который приехал в Киев. Ну и тоже, судя по той паузе, которая уже неделю длится, возможно, Украина и беспилотники тоже сейчас приберегает для более холодного времени года. Ну и что важно, Украина тоже пытается поставить на конвейер производство ракет. Буквально месяц назад нам показали испытания дальнобойного оружия. И в тот же период говорили об успешном испытании ракета, которая летит... Нет, дальнобойного как раз-таки оружия, не говорили слово ракета, но дальнобойного оружия, которое летит на 700 километров. Вот, не знаю, это та же ракета или это вообще речь шла о беспилотниках. Тут нам не уточняли, ну, может, и хорошо, что не уточняли. Ну, вот, с учетом всех этих событий, ну, конечно, тех событий, которые вы, как специалист, принимаете во внимание, которые я сейчас не упомянул, то как вы считаете, насколько в контексте вот этой войны беспилотники, ракеты, ПВО, насколько зима будет сложной для Украины и насколько она может стать сложной теперь уже и для России? Зима в плане ударов по тылу, разумеется, для Украины гораздо сложнее, потому что сейчас мы, в принципе, уже видели начало российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, пока еще не в таких объемах, как в прошлом году, но, видимо, это были только первые ласточки, реально это начнется именно ближе к зиме. Проблема в том, что хотя с одной стороны Украина с тех пор, возможно, усилила ПВО, и сейчас ведутся очередные переговоры с союзниками о дальнейшем усилении, проблема в том, что с другой стороны сама украинская энергетическая система не восстановлена на все 100%. Понятно, что очень много чинили, восстановили, возможно, зарезервировали и прочее, но вряд ли это на 100%, поэтому сама система более уязвима. Поэтому здесь возникает задача двух кранов, из одного втекает, из другого вытекает. С одной стороны усиленное ПВО, с другой стороны сама система стала слабее, более уязвимой, скажем так. Поэтому действительно посмотрим, как это пойдет зимой. Тут можно будет увидеть только в реальности, заранее предсказать нельзя, но понятно, что зима вряд ли будет легче прошлой. Весь вопрос, не станет ли она более тяжелой. Для России сейчас, в принципе, насколько можно. Как мы уже видели, последние дни Украина пытается проводить какие-то симметричные меры. Мы видели удары по подстанциям Курской и Белгородской областях. Проблема в том, что, разумеется, Украина
не имеет таких средств, как Россия по выводу энергетической системы. Понятно, что в целом энергетической системе России ничего не угрожает. Возможно, где-то в приграничных районах или областях, где-то тут и там будут какие-то точечные помехи. Вот, разумеется, потенциал двух сторон несравним. Именно поэтому в последнее время мы видим и на уровне официальных заявлений постоянное подчеркивание того, что нужно усиливание ПВО. Мы видим заявления как со стороны украинского руководства, так и западных союзников. Именно потому что события на фронте событиями на фронте, но если удастся, как то, что не удалось в прошлом году, россиянам удастся парализовать энергетическую систему Украины, это, разумеется, будет большим ударом, и вести войну в таких условиях станет гораздо сложнее. Это тоже парадоксальным образом, как ни странно, это не конец света, даже если электрического света не будет, но это будет гораздо сложнее, именно поэтому сейчас упор на это. Украина, понятно, не может действовать в таких масштабах, у нее просто нет таких средств. Но посмотрим, что она, как минимум, в плане точечных ударов сможет противостоять. А если говорить, например, не о ударах именно по энергетической инфраструктуре, а о таких ударах, как, например, то, что происходило в Крыму. Я имею в виду удары по системе ПВО С-400, которую Россия называет своей лучшей, но она стоит достаточно дорого, там около 1,5 миллиарда долларов. Прилетает сначала беспилотник или ряд беспилотников, которые ее ослепляют. Потом прилетает ракета «Нептун», которая, собственно, уничтожает эту установку. Вот как вы считаете, возможно ли расширение такой, скажем, бавовны, да, уже на территорию самой России, насколько интенсивно это может происходить? И, ну, помимо этого, какие, в принципе, цели вот такими комбинированными атаками можно было бы нейтрализовывать? Это вот лучше всего делать именно с ПВО, или есть еще что-то, что можно было бы поразить, и это было бы полезно для победы в войне? В целом мы видим в последнее время по тому же Крыму ведется именно комплексная систематическая работа поражения как ПВО, так и пунктов управления и прочего, и те же удары сначала по запасному командному пункту Черноморского флота, потом, собственно, по штабу Черноморского флота, также удары по логистике и прочему. Это все комплексное мероприятие с целью снижения возможности боевого управления, снабжения и прочего Крыму. Крым, в принципе, является тыловым районом всей российской южной группировки, поэтому это, в принципе, как молот и наковальня. Если подразделение непосредственно на фронте — это молот, который пытается пробиваться вперед, то вся работа по тылу на всю глубину оперативного построения, в данном случае включая Крым, и это делается с целью уменьшить военные возможности для того, чтобы именно приблизить, скажем так, если не победу, то достижение как минимум на этом участке фронта. Насчет остальной России, разумеется, там сложнее, потому что проблема в том, что Россия большая, максимум, что это можно сделать, это какие-то удары по приграничным районам. Не просто так именно сейчас концентрируется именно на Крыме, потому что именно стратегическая наступательная операция Украины идет на юг, в сторону Крыма, и именно поэтому большое значение приобретает именно удары по Крыму. Одновременно это дает, насколько можно, ограничение возможностей российского Черноморского флота по противодействию как судоходству, так и действиям украинского военно-морского флота. То есть это все комплексная работа, долговременная. Здесь, опять же, сложно ожидать каких-то быстрых результатов. Но в общем и целом работа продолжается. И еще раз надо подчеркнуть, не просто так она идет по Крыму, в чисто военном плане, в стратегическом плане. Именно Крым является центром тяжести войны в целом и особенно стратегической наступательной операции на юге в данный момент.
Однозначно. Ну и, наверное, не стоит забывать о том, что Россия в свое время, вторгаясь в Крым, кричала о том, что ну вот это же для того, чтобы там не оказалось натовского оружия, для того, чтобы к севастопольскому этому штабу не угрожало натовское оружие, для того, чтобы Черноморский флот мы могли защитить. Ну и в этом плане, конечно, выглядит события прошедшей недели выглядят достаточно анекдотически и позитивно в то же время. Ну, Давид, наверное, вряд ли стоит ожидать, что россияне поймут, что их обманули, и что Россия выстрелила сама себе в ногу из гаубицы, и что никакого смысла, скорее всего, через какое-то время вообще не будет в том, чтобы находиться в Крыму, кроме как ну, демонстрировать, что вот мы защищаем все еще, при том, что мы там можем потерять этот флот раз и навсегда, его эвакуировать вообще в Новороссийск или просто потерять даже в той же бухте. Кто его знает, как там будут развиваться события. Как вы считаете, ну, вряд ли это будет иметь какой-то такой политический, может быть, контрпропагандистский эффект, то, что произошло в Севастополе? Или все-таки это серьезный удар по вот этому имперскому величию и по тем, ну, якобы вот целям аннексии Крыма? В пропагандистском смысле, разумеется, это тоже большой удар, но всегда надо помнить, что помимо пропаганды есть еще и физическая реальность. Несмотря на все удары, Крым по-прежнему пока еще в российских руках, и только если потом действительно в тех или иных обстоятельствах украинской армии удастся его отбить, тогда уже ситуация изменится. Понятно, что информационные войны очень важны, подчеркивание даже тех успехов, пусть не полных, но частичных, ограниченных, которые есть, в том числе удары по Крыму, это все важно и нужно, но, тем не менее, опьянение от успехов — это тоже нехорошо. Все-таки, тем не менее, Крым пока еще в российских руках, и пока это не изменится. То есть надо смотреть на объективную реальность, как она есть, потому что хуже всего это именно подменять объективную реальность своими желаниями и пропагандой. Если рано или поздно все-таки украинским вооруженным силам удастся отбить Крым, тогда уже действительно можно будет сказать, что российское руководство ошиблось в своих расчетах, в том числе в своих взглядах на Крым и прочем, пока мы еще этого сказать не можем. Давид, вот я вас хочу поблагодарить за то, что вы нас всегда в этом плане так стремитесь отрезвить, и у вас однозначно это получается, но с другой стороны, тут такое, знаете, важное уточнение. Я уверен, что абсолютно все, кто нас сейчас смотрит, поддержат. Не если украинской армии удастся отбить Крым, а когда. Мы просто не сомневаемся, что это точно произойдет, и именно поэтому Украина не идет и никогда не пойдет ни на какие переговоры с агрессором до того, как, собственно, не выйдут россияне. Ну да, конечно, можно говорить о том, что Крым будет отбит таким гибридным путем, военно-политическо-дипломатическим и так далее. Конечно, да, об этом тоже речь идет. Но в том, что он скоро, достаточно скоро вернется под контроль Украины, в этом не сомневаемся. Ну и опять-таки спасибо, что держите в этом плане нас в тонусе. Спасибо, Давид. Давид Гендельман, військовий експерт з Ізраїлю, долучався до прямого ефіру на 24-му. Так, дорогі друзі, давайте, щоб ми одне одного також тримали в тонусі. Нагадаємо, що фонд 24-го каналу продовжує збори, продовжує допомагати Збройним силам України. Зараз на сайті бачу цілих два збори. Один з них QR-код на ваших екранах. Т-4 пікапи з краном для РЕМБАТУ 24-ї бригади. Складні слова, згоден, але давайте я поясню. Т-4 – це той самий Volkswagen, знаменитий, яким дуже люблять користуватися українські військові. Ну, Т-чик вони його називають. Незламний, значить, такий доволі старенький бусик. Але саме в цьому випадку йдеться не про звичайний бусик, а саме про пікап, який матиме і має кран. І цей кран дозволяє як евакуювати техніку, так і доводити до ладу, от, власне, все, що потребує ремонту, все, що на колесах. І коштує, найголовніше, 250 тисяч гривень. Це, дорогі друзі, відверто кажучи, копійки свого часу я купував на ваші донати і відвозив до Харкова Т-4, власне, ми тоді за нього заплатили близько 130-140 тисяч гривень плюс ремонт. Це було, ну, фантастично дешево, так? Тобто, реальна вартість
такої машини, бо ми тоді везли її з Польщі, реальна вартість в Україні такої машини 200-200 з гаком. А тут за 250 пікап із краном вже готовий. Це саме те, що потрібно зараз 24-й бригаді. Ну, можна сказати, пишаємося таким збігом цифр в назвах, тому фонд 24, 24-й канал чекає вас на сайті fund.24tv.ua або ж переходьте за оцим QR-кодом, буквально в 2-3 кліки можна задонатити. Ну, а тепер я би хотів з вами поговорити також і про те, що відбувається за перебріком, причому не просто за перебріком, але і в черепних коробках, там за перебріком. Те, що я буквально на початку ефіру побачив у мережі і попросив одразу ж колег підготувати цей матеріал для вас, це, чесно кажучи, на голову не налазить, тільки на черепну коробку росіянина. Але, власне, давайте подивимося. Що сталося? Так звані, значить, ЗМІ в тому таки тимчасово окупованому Криму в межах спроби відволікти увагу від знищення штабу Чорноморського флоту і значного обмеження можливостей того таки російського Чорноморського флоту від того, що вони загнані в цю бухту, і частково евакуюється в Новоросійськ, вони розгорнули велетенську кампанію. І от зараз я буквально, мабуть, найбільш неадекватний прояв цієї кампанії бачу. В ялтинській квартирі Зеленського знайшли тайник з російським паспортом його жени. Я нагадаю, що не далі, ніж 22-го, червня російські пропагандисти розповсюджували фейк про нібито ізраїльський паспорт Зеленської, а тут уже російський. Причому подивіться, на паспорт, по-перше, це не схоже. Навіть на російський це явна підробка, що по фотографії кажу, так і по кольорах. Не такі там кольори, вони більш червоні російські паспорти. Далі. Цей от крутий, дорогий клатч, це для чого? Це, типу, показати, що, значить, дружина Зеленського, значить, як вони там, зажрались, да, і ті багаті українські диктатори, і накупили собі французької брендової одежди, спрятали його в Криму в 2014 році, зарані спрятали в Криму, обов'язково там мали бути євро, ви ж бачили, купюри, багато купюр євро, щоб продемонструвати, що нібито, ну от вона настільки багата, ви тут, значить, мальчики умираєте, а Єлена Зеленська хранить російський паспорт. Причому обов'язково от в Ялті, в тайнікі, розумієте? Ну, що тут уже додаси? Можна лише процитувати, як вони це коментують, очевидно, самі не дуже вірячи в те, що на це хтось поведеться. Гражданство Росії було самим мудрим рішенням Єлени. От ми і узнали її істинні політичні предпочтення. Ну, якось не надто так звучить переконливо, так? І я думаю, що це, якби це були якісь такі професіонали, в найгіршому сенсі цього слова, як Кисельов, Соловйов, вони б якось краще постаралися. Ну, а тут просто така якась дешева постанова від місцевої ФСБ, що, чесно кажучи, не смішно, але навпаки. От навіть просто смішно. Тим не менше, є і інші новини, від яких не так хочеться посміхатися, але вже хочеться просто замислитися. Гігант мислі, отець русської демократії Дмитрій Медведєв знову взяв Фінляндію, як мінімум 0,5, а можливо і літер минулого вечора. Тому що з нагоди так званої анексії низки українських територій він почав розповідати про те, що це ще не все. Територій в составі Росії буде більше, знову заявляє Дмитро Медведєв. Він опублікував у своєму телеграм-каналі черговий п'яний пост, де розповів про те, що год назад на референдумах жителі території прийняли судьбоносне рішення битися своїм отечеством. Этот вибір став символом не тільки восстановлення історичної справедливості, но й єдинства русского народа, його колосальної волі і самоотверженості. Цікаво, колосальна воля і самоотверженість, вона на російських виборах колись взагалі проявлялась?
колись в Росії хоч були хоч одні вибори, якими так пишався Дмитро Медведєв? Я думаю, що ні. Та от, власне, і цими виборами, не можна це, звісно, назвати виборами, і тим паче референдумом, але в його хворій уяві так воно і є. І навіть судячи, і навіть при цьому, судячи з його текстів, знову ж таки, ну не вірить уже сам він, а точніше, ми то знаємо з вами, що це не він пише ці навіжені тексти, а, власне, у нього є цілий штаб помічників, які от роблять йому такий от піар, типу він крутий, затинувшийся нацист. Це той самий Дмитро Медведєв, який просто так за Обамою бігав, згадайте, у 2008-2009 до 2012 року, він просто хвостиком і за Обамою, і за Гіларі Клінтон, і перезагрузка, і демократизація, і Сколково, і стоки ініціатив, і ви, американці, приводіть свій капітал. Ну, він обожнював все. Це ж той самий політик в лапках, який запроваджував там першу хвилю так званої діджиталізації в Росії, який бігав з айпадом перший і показував всім своїм побратимам-старіганам, типу Патрушева і Путіна, що подивіться ж, Це ж сучасні технології. От, власне, тим він і дістав своє керівництво, тим, що був занадто молодий і енергійний. Через що? Спився і от тепер не пише, власне, сам пости, але дозволяє писати отакі нісенітниці своїм помічникам, щоб хоч якось продемонструвати, що він не оте от слово на три літери, яким точно ніхто вже ніколи не назве українського президента. Медведєв, який, от, власне, є оцим точно словом на три літери, то він, бачите, свого часу його навіть на вибори не допустили. Коли там останній раз, знову ж таки, вибори були в Росії? Роки три тому. Тоді до так званої Держдуми, коли обирали за списками, нібито Медведєв мав би бути першим номером обиратися, але ні, його взагалі туди не пустили, в першу п'ятірку. І він вирішив зараз у такий спосіб помститися, демонструючи своє величіє, в тому числі і всередині своєї держави. Розповідає про те, що спеціальна воєнна операція буде продовжатися до повного уничтоження нацистського київського режиму, і освобождение от врага исконно русских территорий. После чего новых регионов в составе России будет больше. Все-таки я думаю, що він про Фінляндію говорить, бо про що ще інше може мріяти такий закінчений алкоголік, як Дмитро Медведєв. Що ж, я думаю, що ключове ми з вами обговорили буквально 10 хвилин тому, варто для того, щоб протистояти цим всім навіженим, хоча вони вже й самі не вірять в те, що пишуть, для того, щоб їм протистояти, потрібно як мінімум донатити, що я закликаю вас зробити в найближчі хвилин 15-20, а тоді ми повернемося, продовжимо нашу розмову і будемо безпосередньо говорити про те, що ж там відбувається за перебріком в політичному плані, передусім, говорити набагато більш серйозно, ніж можна говорити про оці нісенітниці, які пише Медведєв. Долучайтеся і дочекайтеся.